Анатолий Эдуардович, будет ли расширяться штат проектно-конструкторского предприятия? Если да, то в чем заключается необходимость в увеличении? Безусловно, будет расширяться наше проектно-конструкторское предприятие, потому что 100 человек на такую сложную работу, 100 специалистов, это ни о чем на самом деле. Я могу сказать, что, допустим, современный автомобиль создает группа конструкторов, причем это не первая модель, это может быть для этой компании сотая модель, да? То есть у них есть большой опыт. Группа из 200-300 конструкторов. Так это автомобиль, который уже 100 лет выпускается. При этом эти конструкторы не делают дорогу асфальту, не строят мосты, не проектируют заправки, гаражи, инфраструктуру, да? Систему управления, светофоры, семафоры. А мы-то должны делать в комплексе все. То есть мы не только транспортное средство должны сделать, а еще эстакаду, опоры, анкерные, систему управления, депо, станции, вокзалы, стрелочные переводы. Это целый комплекс. И на каждый из них, на каждый элемент этого комплекса нужна группа конструкторов. При этом мы делаем сразу три направления. Грузовой, городской, высокоскоростной. Это разные направления на самом деле. Поэтому на каждой из них должна быть серьезная группа специалистов. Мы создаем автоматизированную систему управления. Это отдельное направление. Мы создаем свое мотор-колесо, даже вот на это мотор-колесо, чтобы оно действительно работало нормально и дало нужные результаты, ну, нужна группа 5-6 человек, конструкторов. И надо вложить, в том числе на изготовление, тестирование, разработку программ управления. Это не так все просто, как кажется. Где-то порядка 500 тысяч долларов. Только вот на этот, казалось бы, маленький элемент, мотор-колесо. Но если бы это было просто сделать, так они уже делались во всем мире. Но они не делаются, это что-то сложно на самом деле. И не просто это. И не дешево, да? И поэтому тот график как бы этапов, которые я разработал, которые есть в интернете, 15 этапов, да, это минимизированный до предела график работ и финансирования. Причем, если сравнить с аналогами, минимизировано примерно в 10 раз. То есть 10 раз меньшим деньгами, 10 раз меньшим количеством конструкторов мы сделаем, ну, чуть ли не в 10 раз больше, чем такие гиганты, например, как Siemens, который создавал поздно магнитоподушки 60 лет и потратил на это 6,5 миллиарда евро и сделал очень неудачный продукт. И эти поезда никто не хочет покупать, они безумно дорогие, ненадежные. Они даже на тестовом участке допустили аварию, погибло 23 туриста. Даже на тестовом участке не допустили аварию. Поэтому, безусловно, мы будем расширять свое предприятие, ну, тоже в разумных пределах, и у нас уже в следующем году будет работать порядка 200 конструкторов. Это тоже это очень маленькое количество специалистов, потому что, например, фирма Thales, это французская компания, которая разрабатывает систему управления для железной дороги. То есть это не то, что мы делаем, это маленькая часть того, что мы делаем. Там работает, только вдумайтесь в цифру, 40 тысяч инженеров. В Microsoft работает 300 тысяч человек. А что он делает? Программки. Потому что надо понимать, чтобы выйти на рынок, сделать хороший продукт, каждый элемент этого продукта нужно вложить силы, деньги, труд. Тогда это будут покупать, и оно будет хорошо работать. Поэтому идет все по графику, и мы где-то и планировали, вот в следующем году около 200 специалистов будет в нашем...